Всем привет! Сегодня покажу, как сделать ферментированную кукурузу, она же пьяная кукуруза, для ловли карпа. Понадобится чистая емкость, в моем случае 10-литровое железное ведро, также сама кукуруза, любая. Я взял из запасов у моих родителей, они занимаются выращиванием поросят на продажу. Взвешиваю 3 килограмма кукурузы и высыпаю в ведро. Набираю водой до верха. То, что всплыло, убираю. Ставлю в темное помещение на 2 суток. Лучше опустить в погреб, если есть. Спустя 2 дня ставлю кукурузу на плиту. Доливаю воды кверху, довожу до кипения. И ставлю вариться на среднем огне 3 часа. Кукуруза разбухла и поднялась до уровня воды. Зерна раскрылись. Взвешиваю 600 грамм сахара и высыпаю в кукурузу. Перемешиваю. Высыпаю кукурузу в миску. Там удобнее перемешивать, и она быстрее остынет. Жду, пока кукуруза остынет до 40 градусов. Затем набираю ее в 3-литровые банки. Набираю по плечики. У меня получилось 4 3-литровых банки. В каждую банку я добавлю разную арому. В первой будет красный острый перец. Вторую добавлю меласы. Третью – клубничный сироп. И в четвертую – арому конопли. Содержимое взболтаю. Чтобы запустить реакцию брожения, добавлю пару щепоток пекарских дрожжей. Нужно предотвратить попадание воздуха в банку. Можно с помощью гидрозатвора или резиновой перчатки. Иголкой перчатки делаю прокол для выхода воздуха. Кукурузу ставлю в теплое темное помещение на 3 суток. Температура не должна опускаться ниже 20 градусов. Желательно обкутать старой фуфайкой. Прошло 3 дня, кукурузка уже полностью отыграла. Для хранения накрываю ее просто капроновой крышкой. Сделаю я такой еще 10-литровый бутыль ферментированной кукурузы. Через пару дней будет готов. Хранится такая кукуруза примерно месяц в темном помещении, не жарком. Если есть возможность хранить в погребе, то это еще лучше. 2-3 месяца она там свободно простоит. В жилом помещении я, конечно, такую кукурузу не советую хранить, так как запахи стоят, конечно, такие нормальные. Можно самому быть вдрово. Ребята, если видео понравилось, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока. До скорых встреч на рыбалках!